Живе Білорусь! Слава білоруському герою Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем тем героям, имена которых, увы, мы не знаем. И вот хотел бы обратиться всем тем ботам, всем тем людям, или как их лучше назвать, которые вот мне пишут и говорят: прекрати вести этот канал, затрой рота, хватит нам это все рассказывать и тому подобное, не мешай Лукашенко, он работает. И вот я хотел бы к ним обратиться. Это благодаря вам Лукашенко стал таким, который уничтожает, убивает своих оппонентов, всех, кто хоть посмеет открыть рот. Одних он убивает, других мордует, так сказать, пытает в тюрьмах, изоляторах, других просто вытесняет из Беларуси. Так вот, что я хотел вам сказать. Хреном вам по морде. Я не прекращу говорить правду и буду доносить свои мысли, свое мнение. И никакой Лукашенко, никакие ябатьки не заставят меня замолчать. Ну, разве что только моя естественная, конечно, смерть. Но вот увидите, лукашенковцы, я переживу вашего хозяина и еще, так сказать, запишу ролик о его безрадостной кончине. Живе Беларусь, слава белорусскому народу и слава тем блогерам, которые говорят и доносят правду. И всех призываю белорусов, которые уже при Лукашенко не вернутся домой, брать в руки телефоны, видеокамеры и записывать и говорить правду. Вам терять уже нечего. Живе Беларусь, до новых встреч, ребята. И никакая ботва нас не остановит.